Виктории Максимовой требуется очень сложная операция на сердце. Родители просят помочь собрать средства для лечения ребенка в клинике в Нидерландах. Ну, с бабулей я играла в садик. Бабуля была воспитательницей? Вике 4 года. Она каждый день просит маму поиграть с ней в детский сад. Вике очень не хватает общения со сверстниками. Но из друзей у нее только младший брат Ярослав. Контакты с другими детьми для девочки просто опасны. Любая болезнь может осложнить работу сердца. А его Вике надо особенно беречь. У нее врожденный порок. Педиатр сошел нашему сердцу и отправил нас на землю. После всем Вику забрали. Врач нам сказал, что у нее порок сердца довольно-таки сложный и редкий. Коррегированная транспозиция магистральных сосудов. К тому же этот порок был осложнен внутриутробной пневмонией. Если простым языком, у нас местами поменялись желудочки в сердце. И желудочек, который работает на малый круг кровообращения, он начал работать на большой круг кровообращения. А желудочек, который работает на большой, естественно, начал работать на малый круг кровообращения. Сердце с возрастом перестает справляться с нагрузкой. Желудочек не развивается. Сейчас у Вики уже наблюдаются функциональные изменения в работе сердца. Первую тренировочную операцию ей сделали в детской клинической больнице в Казани в ноябре 2019-го. Сейчас требуется вторая операция для перемены местами аорты и легочной артерии. Она кардинально изменяет работу сердца и дает возможность полноценной жизни. Сделать ее могут в клинике Люмс в Нидерландах. Требуется почти 6 миллионов рублей. Для семьи, в которой работает только папа, сумма очень большая. Поэтому Максимовы просят помочь им всех неравнодушных. Наши врачи после первой операции посоветовали нам обратиться в Нидерланды, так как там более 10 лет изучается данный порог. И более сотни детей получили возможность на полноценную жизнь. Мы просим о помощи добрых людей собрать нам данную сумму для оплаты операции и спасения нашей дочери. Реквизиты для помощи Вике вы сейчас видите на экране. Деньги можно перечислить и по номеру телефона 8-937-377-12-18. Получатель – Надежда Евгеньевна Максимова.